Дворник третьей школы Анатолий Тонконогов шутит: впору загадывать желание. Ведь впервые чистит территорию школы новым снегоотбрасывателем. Техника поступила в учебное заведение города еще летом в рамках муниципальной программы, и вот, наконец, представился шанс испытать агрегат. Уже нормально, мощность побольше, чем у старой. Ну, удобнее, чем было на старом. Если ручки обогреваются. Новый снегоотбрасыватель еще и экономичнее. Топливо потребляет меньше, а за смену очищает значительно большую площадь. С обслуживанием тоже проблем возникнуть не должно. Техника на гарантии, производитель надежный. Но самое главное, снегоотбрасыватель прост по конструкции и при хорошем уходе прослужит долго. А с управлением справится кто угодно. В управлении эта штука проще, чем кофеварка у вас дома. Кнопка запуска, ручной стартер. Здесь убавляется. Два рычага, и пошла уборочка. На уборку от снега спортивной площадки ушло не больше часа. Расчистка центральной площадки перед входом в школу заняла и того меньше. Мы, конечно, очень довольны тем, что она гораздо мощнее предыдущей скорости, и в эксплуатации очень удобно. Вот. И я думаю, что будет очень облегчена нашему дворнику задача с уборкой снега в дальнейшем. Тем более у нас спортивные объекты, каток мы скоро зальем около школы. Оранжевый агрегат шутя расправляется с последствиями снегопадов, а заодно и детвору порадовал. Школьники с удовольствием приняли снежную ванну. Андрей Трой, Станислав Левин, события.